Привет, привет, мои дорогие! Знаю, что немножко выпала я из своего графика, пропала практически неделю, я, наверное, ничего не снимала, вот, но все равно работала. Видимо, все-таки предыдущие 2 недели, которые были очень активные, и ну, я подустала, морально выдохлась, и не хотелось мне снимать какие-то скучные видео, где я буду такая уставшая и угрюмая. Поэтому я решила немножко отдохнуть, накопить своих сил, и тогда уже что-нибудь для вас отснять. Поэтому вот. Собственно, эту неделю я даром не сидела, я работала. Сейчас я вам покажу работы, которые я написала за последние вот эти дни. Сегодня, в прошлый раз я снимала в четверг, в этот раз я решила тоже начать снимать в четверг, чтобы так уже как повелось. И чтобы более-менее было видно отчет за неделю. То есть, ну, пусть это будет с четверга по четверг. Вот такие вот сейчас я покажу. Тут у меня Мона нашла новое любимое место. Теперь она со мной вообще не может от меня ни на секунду отлучиться, да, Мона? Вот. И она, я ей постелила для этого полотенце тут. Но каждый мой день начинается с того, что я просто далеко пылесос не убираю, и приходится здесь все пылесосить, поскольку она шерсть летит, а здесь к маслу, в общем-то, оно очень легко прилипает, поэтому у меня день начинается с того, что я здесь все сначала должна пылесосить, вот, потом только начинаю работать, чтобы нигде ничего не прилипало. Вот. Но это у нее ненадолго, она так любит, вот, месяцок вот она здесь поспит, потом у нее какое-то новое любимое место появится, будет у меня кресло-отжиматель, в общем, ну, короче, это у нас нормальное явление. Вот. В основном миниатюры я писала тоже эту неделю, можем подсчитать. Вот такие вот кексы. Кексы у меня были, и похожие работы тоже были. Они уже давно проданы, и я как медитация. Особенно что-то писать, то, что уже ранее писал. Не копию точную, а просто что-то похожее в этой тематике. И у меня тогда голова отдыхает. Вот эта работа с кексом мне очень нравится. Я не могу объяснить. Вот опять же, вот этот зеленый и красный, это подложка готовая, которая уже была, то есть это грунт. Сейчас я не знаю, как свет, чтобы падал. Вот, а все остальное, то есть коричневые такие вот бежевые тона, это сверху. Вот, ну, оно и видно, если вот так на свету поиграть. Видно, где вот сухой, то, что я держусь, и где новый. Но вот сочетание цветов очень необычное. Мне кажется, в оформлении эта работа. Вот я вот такие работы очень люблю. Вот. Такой вот кекс. Цветы. Может, кто в Инстаграме подписан, какие-то работы вы частично могли видеть. Гиацинты. Тема с гиацинтами, вот у меня я много работ написала за последние там пару недель. Ну, думаю, что, наверное, это был последний уже. Так у меня вот какая-то тема мне заходит, мне хочется ее писать. Я пишу, пишу, пока мне не надоест. Вот у меня тема с Венецией, я писала большую работу, сейчас покажу. И это уже как бы такую вот я решила, как в тумане. Ее если оформить красиво с паспарту, мне кажется, будет очень классно смотреться. Такая она, немножко, наверное, даже мне не свойственная, то есть тоже очередной эксперимент. Вот такая вот. Потом я писала английские эти деревушки. Вот такая, это под я делала, в общем-то, на картон, клеила, она еще влажная, клеила ткань. И выбирала под размеры, под рамы, которые мне достались вот из этой багетной мастерской. И я подумала, что можно было что-то вот такого плана написать к ним. Вот это еще одна такого рода работа, тоже еще под одну раму. Но мне кажется, она немножко не закончена. Видимо, мне не дошли силы. Вот эта работа мне тоже очень нравится. В этот раз у меня вот архитектуру, я панорамы писала. Вот она очень интересная такая.
абстрактное. Мне хочется попробовать писать интерьерные такие вот работы, более абстрактные, возможно, не, ну, обычно у меня вот такие живописные, яркие. Мне захотелось попробовать в этот раз, вот если обратите внимание, вот такого больше что-то пастельного, не кричащего. И вот я сделала две такие работы. Я ее, вот она уже почти просохла. Вот. Надо будет ее оформить. Вот. И такая работа очень интересная. Ну, во всяком случае, мне нравится. Потом, помните, эту раму я показывала в прошлый раз и говорила то, что я вырезала уже для нее формат. Вот, я, собственно, сделала. Вот каким образом я их закрепила, можете посмотреть. Кто спрашивал, как крепить, я сделала вот так. Я вырезала такие треугольники из картона и на это не силикон или силикон, силикон, да, клей силиконовый, который горячий, вот такой вот, как он правильно называется. Вот, я просто его с двух сторон здесь и здесь и клеила. И вот она держится, работа хорошо. Вот такая вот получилась. Не знаю, мне очень нравится, я сделаю, осталось сделать крепление и повешу себе на стену. Вот такая необычная. Вот я очень люблю такие портреты маленькие. Вот я все хочу коллекцию написать, но все, чтобы осуществить все, что я хочу, я не знаю, у меня, пожалуй, мне жизни не хватит. Потом, что еще я писала здесь? А, продался у меня котик, висел, может, кто помнит, уже упаковала, я буду нести на почту. Потом вот я написала такую работу с Венецией тоже. Это 40 на 40. Ткань, которая льняная. Очень мне нравится эта ткань. Прям одно удовольствие на ней писать. Она тоже уже практически просохла. Вот. Это тоже как бы за эту неделю. Вот такая вот работа. Можно подсчитать. Это раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13. Вот. На этой неделе у меня 13 работ. Сегодня четверг. Вот. Ну наверняка еще. Ну, я. Да, отправляла я в начале недели, но я их не буду уже считать. Там были пару миниатюр. Вот. Поэтому эта неделя не такая продуктивная по работам, как, допустим, предыдущие. Вот, работ намного меньше, хотя вот эту тоже можно посчитать, потому что это тоже писала маленькая. Вот. Ну, наверное, просто я, как я и говорила прежде, что не каждая неделя выдается такой прям очень активной и очень продуктивной. В общем, эта неделя у меня поменьше работ, но тоже как бы сил ушло немало. И бывает, когда в день получается сразу написать можно несколько работ, а иногда не выходит. В общем-то, не бывает, что это как такая прямая линия, а всегда это, конечно же, такой динамический график, что-то больше, что-то меньше. Жизнь тоже вносит свои коррективы. Вот. Еще одна у меня новость, что я купила себе вот такой, вот может заметили, такой чемодан. Он, ну, кажется, что такой массивный, но на самом деле он очень легкий такой. Нашла я на нашем местном сайте, который, ну, это что-то вроде аналог Авито, наверное. Вот это, в общем-то, местная такая барахолка. И нашла я это объявление. В общем-то, мне давно не хватало такого приспособления для пленэров. У меня есть вот этот мольберт, который он с ножками, он раздвигается, все, но он неимоверно тяжелый. Если я его еще загружаю красками, то это просто вот такой, он без красок, он вот уже для меня, ну, неподъемный. И мне очень тяжело его нести и вообще куда-то с ним ходить. В общем-то, это очень тяжелое и не самое любимое мероприятие. Вот. Я
Поэтому вот нашел, встретился, мне попался вот такой вот чемоданчик. Он очень легкий, и мне понравилась его конструкция внутри. То есть его я пока еще ничего не сделала. Он это не новый, то есть он это, видимо, какой-то он старинный. В общем-то, и так вот он раздвигается. И я подумала, что было бы очень удобно. Надо будет настроить. Вот здесь вот я попрошу мужа, он мне сделает. Вот одну сторону, в общем-то, она будет вот таким образом. Сейчас я, может, на столе будет удобнее показать. Вот. Эту сторону, допустим, сюда ставить миниатюру. Вот так. Эту часть использовать в качестве палитры. А вот красочки сюда. И мне кажется, будет очень удобно. И он сам по себе, вот он из какой-то, я не знаю, что это, как фанера какая-то. Он очень легкий. И вот это вот, конечно же, я очень довольна. Купила я его вообще очень недорого. Вот. Ну, как бы дорого, понятие дорого-недорого, это все, конечно же, относительно. Вот. Но такое. Вот надо будет настроить вот эту штучку, чтобы она вот так поворачивалась. Просто они здесь болтики на разных уровнях. Здесь одного, а здесь этот, ну, короче, на разных уровнях, поэтому он криво вот так идет. А если их настроить на одну, то вот он как раз будет вот так ровненько, как мне нужно поворачиваться. Сюда можно ставить будет миниатюрку и писать. Вообще, я просто в восторге. И очень удобно. Еще я думаю прикрепить. То есть вот не только чтобы вот эта ручка была, а прикрепить вот так по бокам такие тоже крепления, сделать, купить ремешок для того, чтобы можно было его ставить, ну, как надевать на плечо, потому что эта ручка не очень удобная. Вот. И мне кажется, будет идеально, и можно будет ходить на пленэр. То есть тогда я уже смогу выходить почаще, возможно, потому что это одна из причин. Вот такая самая основная, почему я не выходила, допустим, по сей день. Вот это как бы редкость такая чаще всего, потому что это, ну, только если там на машине куда-то выезжать, в общем-то, ну, такое мероприятие, под которое нужно прям целый день выделять. Вот, а так этот чемоданчик удобно даже в наш соседний парк, можно идти спокойно. А с вот этим я бы даже до парка бы, наверное, не дошла, потому что, ну, очень тяжелый. Он удобный, конечно, раскладываться, то есть полноценный мольберт, все классно, но куда-то с ним идти очень тяжело. Так что вот такой вот у меня новый обновочка в мастерской. Это такой вот очень. Можно будет его, я не знаю, там обклеить, что-то сделать, или покрасить, или, ну, как бы, не думаю, что я буду прямо как-то сильно его кардинально изменять. Единственное, что, скорее всего, я добавлю к нему ручку такую, чтобы можно было носить на плечо. Собственно, это пока что последнее, что произошло в мастерской. Сейчас я вот покажу еще для этих работ, рамки, которые, вот если вы помните, вот эти две рамы. Вот эта рамка, она для вот этой работы. Сейчас я просто пособираю эти миниатюры и покажу уже, как оно будет смотреться, чтобы было наглядно понятно. Ну и вот эта рама, я ее вот, я, ну, так вот я планировала. То есть я их под работы вырезала, форматы вырезала под эти рамы. Думала я ее под, как сказать, покрасить немножко. Она с такими потертостями, в общем-то, она не новая. Поэтому я думала ее как-то преобразить, и уже тогда можно будет оформить. Вот. Пытаюсь начать тут снимать продолжение видео и не могу. Сижу вот с нее, смеюсь. Она постоянно вот в таких позах сидит, как будто бы, я не знаю, вон она. Как человек. Вот, ну, смешная вообще просто. Ну, что это за поза? Мона. В общем-то,
Поставила я примерно вот эти рамки сверху. Она мне очень нравится по цвету, в принципе, как сейчас она сочетается с этой работой. И даже, честно говоря, ничего менять не хочется. Но просто сама рама, местами вот есть такие штучки, и поэтому как бы хочется. Может быть, стоит, вот у меня есть золотая краска, может быть, стоит вот эти золотые детали отреставрировать. Вот, я не знаю. Ну, посмотрим. Вот, и это тоже рамка. Это здесь масло, его надо оттереть. Даже я где-то запачкала. Вот. И вторая работка тоже. Такие вот две рамочные работы. Вот. Мона. Мона! Ну, что это такое, как только начинаю снимать видео, вот эти вот фокусы, а? Ну, ты очень громко это делаешь. Ты понимаешь? Ты очень это громко делаешь. Очень громко. Все слышат, а мне потом стыдно. Вот так вот. Так мы и живем. И в другое место она не идет спать. Только здесь. Вот у нее последние сколько, чуть больше недели, вот она только здесь спит и все. И ничем ее не переманишь, не заманишь. Вот она нашла себя там удобно. И вот не знаю, что с ней делать. Вот так мы и живем, короче говоря. Буду дальше заниматься. Надо будет сегодня, наверное, все-таки я сегодня дойду до почты, а то у меня несколько посылок в этом ждет сейчас. Несколько вот посылок я уже упаковала, не буду показывать, просто чтобы эти адреса не светить. И надо дойти все-таки до почты. Мое спасение, что у меня баркоты есть, и я, то есть, уже в систему вбила, и как бы просрочки по отправкам нету, но это все равно для того, чтобы посылка двигалась и шла, нужно ее, конечно же, быстрее отправлять уже. Вот. И очень нравится мне эта работа. Спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки или дизлайки, пишите комментарии, что вы думаете, что вам понравилось, что не понравилось. В общем-то, я все читаю, все смотрю. Желаю всем творческих успехов. Пишите, радуйтесь жизни, побольше вдохновения. Вот. Всем спасибо, всем пока. После того, как сняла видео, я вспомнила о том, что я вот не показала еще вот эти три работы. Так что к тому количеству работ можете добавить вот еще эти три миниатюрки с птичками. Не знаю, мой фаворит, наверное, вот эти и эта птичка. Вот не знаю, мне очень нравится, как получились. Эти тоже классные. Но вот эти две, наверное, мои фавориты. Вот такие вот работы. Не помню, сколько я насчитала в то, ну вот, до сих пор. Но вот еще плюс три эти работы можете добавить. И вот эти работы подсохли, то, что я показывала в прошлый раз. И я тоже их оформила, добавила. Сделали мы крепление. Сейчас я вам покажу. Такие вот штучки мы крепим, потом я натягиваю бечевку. Мне делают в мастерской, натягивают такой жгут, я не знаю, надо будет его купить. Пока что вот у меня нет, я натягиваю такую нить. Вот, в принципе, тоже нормально все смотрится. Точно так же наклеила я вот эти уголки. Все держится классно, все хорошо. Вообще, можно было бы тоже вот так закрыть тканью или картоном, не знаю. Но, в принципе, так неплохо смотрится сзади. Все хорошо. Вот. То есть эти работы я с оформлением тоже я закончила. Можно будет повесить даже на стену здесь у меня в мастерской пока что. Вот это вторая работа, то же самое. Крепление тоже сделали. Закрепила все. Вот. И еще вот эту работу я тоже оформила. Вот это, к слову, о предыдущем видео, где я показывала эти рамы, которые мне достались и под которые я вот написала несколько работ.
вот эти с пейзажами в том числе. Вот эту работу тоже таким же образом, точно таким же образом я закрепила и вот попросила мужа, он мне присверлил вот эти вот крепления. И вот такие вот получились замечательные птички. Вот. Так что теперь, наверное, точно все. Надеюсь, это видео вас вдохновит, и вы будете что-то писать, работать, в общем-то, на какой-то такой движ позитивный. Так что желаю всем успехов, всем спасибо, теперь точно пока!